человек находится в состоянии глубокого сна, похоже очень на наркотическое опьянение, где он забывает дышать, поэтому замедляется биение сердца. Вот, поэтому ему подключили КВЛ, как я это понял. Вот, я не доктор, но как я это понял. Вот. Сейчас, в данный момент его жизни, на тот момент, когда я был, никакой опасности нет. То есть у него глубокий-глубокий сон, глубокий, и не боятся, что он не проснется. Да, и так как легкие там, или там сердце, ну, в общем, работает не так, как нужно, они его подключили к этой системе, которая завтра его будет пытаться приводить в себя. Мы завтра вместе с тобой приедем туда, вот, послушаем, что нам скажет доктор. Вот, будем, ну, отталкиваться там от этого, что и как и прочее. Если бы что-то сейчас бы было бы не так, что-то плохо, что-то бы с ним поменялось на данный момент. Ребят, мы в прямом эфире, мы это говорим вам как есть, то мы бы это знали, потому что был бы сигнал его маме, соответственно, был бы сигнал бы мне. Вот. Слава богу, такого нет, то есть просто сидим и ждем.